Творение сделало свою работу. Половина утверждений верна. Здесь нет противоречия. Вы выполнили свою работу? Нет. Так что другая часть тоже верна. В то же время я говорю, будьте в упасане, потому что ваша роль в мироздании так мала. Все, что происходит с вами, в основном делается для вас. Вращаете ли вы планету? Нет. Смогли бы вы жить, если бы она не вращалась? Смогли бы? Нет. Атмосферой управляете вы? Нет. Вы ее загрязняете, но вы ей не управляете. Вы заставляете биться свое сердце? Нет. Вы дышите? Все, что жизненно необходимо, происходит, не так ли? Ваша задача состоит лишь в том, чтобы стать восприимчивыми к щедрости жизни, познать жизнь во всей ее полноте. Если вы готовы испытывать блаженство и радость, сделать что-то стоящее для себя или готовы сделать что-то стоящее для 10 человек вокруг вас, мы позаботимся и о вашей жизни тоже. Все, что вам нужно делать, — это кому? Просто творению. Разве оно недостаточно велико, чтобы поклониться ему? Разве оно недостаточно велико? Вам нужно что-то еще, помимо этого? Скажите, разве одного творения недостаточно, чтобы ему поклониться? Разве гора недостаточно велика, чтобы ей поклониться? Я нахожу даже дерево и муравья достаточно большими, чтобы им поклониться, потому что ни одного из них мы не можем постичь. При всем вашем интеллекте вы не можете постичь и лист на этом дереве. Один лист — просто размах разума во всем, что происходит. Когда вы не можете ничего понять, что вы делаете? Вот о чем я говорю. Оставайтесь в упасане, потому что в любом случае ваша роль в мироздании настолько мала, что если завтра утром вы исчезнете, никаких проблем не возникнет. Проблемы возникнут только если вы оставите после себя беспорядок. Если вы просто испаритесь, ни для кого не будет проблем. Не так ли? Да или нет? Поэтому ваша роль в собственной жизни настолько незначительна. Все делается для вас. Буквально все. Итак, как же вы можете быть героем? Когда у вас незначительная роль, и вы думаете, что вы герой, вы делаете большую ошибку, не так ли? Вот о чем я говорю. Я не говорю о выполнении какой-то великой духовной садханы. Но если вы живете в истине, это и есть садхана. Что же еще? Прекратить ложь, которую вы создаете, вот и вся садхана. Искать истину, познавать истину не означает, что вам нужно куда-то идти в ее поисках. Она не прячется за горой, она на этой стороне. Сейчас на этой части планеты темно. Пойдете ли вы искать на другую сторону? Нет, она здесь. Истина означает, все, что есть, — это истина, а все, что вы придумываете, — это ложь. Вот и все, не так ли? А то, что вы герой в этом существовании, — это ваша собственная чепуха. Она не имеет ничего общего с реальностью. Так что если вы понимаете, что у вас очень незначительная роль в мироздании, и не только в его создании, но и в вашей собственной жизни, даже если вам передать в руки что-то такое простое, как дыхание или сердцебиение, у вас начнутся неприятности уже через минуту. Да или нет? И я не говорю ничего нового. Это не учение, а просто напоминание о реальности вашей жизни и о том, что жить в истине означает, что вы ничего не выдумываете. Вы не сочиняете собственную историю.
Вы стараетесь прожить жизнь. Если вы проживаете жизнь, вы можете прожить ее такой, как она есть. Вы можете создать собственную историю, только если придумываете ее, не так ли? Если вы пишете художественную литературу, вы можете создавать ее такой, какой хотите. Если вы проживаете жизнь, вы можете прожить ее только такой, как она есть. Другого способа нет. Не думайте, что это какое-то учение. Так устроена жизнь. Просто проживайте ее, не создавайте каких-либо историй. Если вы придумаете историю, которая не соответствует действительности, и поверите, что это правда, то когда ваш сценарий закончится, вы будете в растерянности, потому что у вас ничего не останется. Что же касается реальности, она существует независимо от того, живы вы или мертвы. Быть в реальности — это самый безопасный способ существования, самый лучший способ существования. Только так вы можете испытать жизнь. В противном случае вы лишь испытаете предательство собственных слов. Ничего больше.